Гуляя по аллеям парка, приходят в голову мысли, что такое память предка и что нужно, чтобы эта память длилась вечно. Буквально в полукилометре отсюда находится Даниловское кладбище, место многих воинских захоронений. Они захоронены на мемориале «Холодный родник», там в общем в братских могилах. Работали связными и при выполнении одного из заданий были выданы. И были расстреляны. Зверски замучены. Нелли работала в гестапо уборщице. И по заданию партизан она, значит, узнала, что такие сведения, что 28 октября 1942 года в Пятигорске в театре музыкальной комедии состоится совещание немецких офицеров 40-кавказской группировки. Здание было взорвано. Из маленьких частиц добра собирается одно большое доброе дело. И это есть наша порядочность. Наша тимуровская команда – это не подвиг. Это студенты ставропольских вузов, администрация города Ставрополя и Центр патриотического воспитания молодежи. Администрация города Ставрополя всегда активно и трепетно относится ко всем молодежным инициативам. И поэтому проект «Большой субботник», который к нам обратился Александр, мы горячо инициативно поддержали. Считаем, что подобные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, на воспитание экологической культуры, должны быть в нашей стране на постоянной основе. Мы все думаем, что нынешняя молодежь поражена стяжательством, жадностью, вещизмом, но это не так. Молодой человек, не безразличный к памяти своих предков, создал группу ВКонтакте, собрал единомышленников, и каждую пятницу на городском кладбище города Ставрополя проводятся мероприятия по очистке и благоустройству воинских захоронений. Что такое для нынешнего молодого человека сделать добро? Сделать бесплатно и понять, как хорошо и легко после этого дышится. Можно говорить, что один в поле не воин, но если он лидер, то он становится во главе и способен на многое. За 3 пятничных дня привели в порядок больше сотни воинских и гражданских захоронений. От имени Комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя выражаем вам искреннюю благодарность за ваш проект. Надеемся, что он станет только первым шагом на пути нашего долгого и плодотворного сотрудничества.